Песня, на самом деле, скажу, довольно сурово. Тоже вынашивалась она какое-то определенное количество времени. Несколько человек, которые послушали, разошлись, скажем так, во мнениях, но, наверное, этого я и хотел, я высказываю свое мнение. Песня посвящается как раз празднику 9 мая, великому и святому празднику, который скоро наступит. Просто я не уверен, что 9 мая мы с вами встретимся в такой хорошей теплой компании. А я хочу вас поздравить с наступающим этим праздником. И вот эта песня. Все солдатушки.